Это кот кого? Мистера Макса? Не знаю, я не думаю, еще он вырос уже. Кошка мистера Макса? Ну, выглядит как будто оно, но это вообще-то домашнее. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Мурка, 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 ты мой муренок. Мурка. Я не думаю, это мурка, она еще, я не думаю, что она уже так быстро выросла. Она тоже не вылезла. Она такая добрая кошка. Или это кот? Это кот. Привет! Красавчик какой! Какой красавчик! Красавчик! Он такой плюшевый, я не могу. Потрогай, потрогай, погладь, так аккуратненько. Хвост не трогай. Они не любят, когда им хвосты. Эй, кс-кс-кс-кс-кс. Наверное, вот это его дом. Какой красивый кот. Понюхал камеру. Какой красавец. Понюхал. Мурка. Камеру понюхал. Думала, что это игрушка или конфетка. Эй. Слушай, он на камере смотрит. Он смотрит в камеру. Ой. Надо спросить у мистера Макса. На месте их не амурка? Или вообще где? Где их не амурка? Или вообще где они живут? Они сейчас, наверное, в Лондоне. Может, их не амурка в Торонто? Нет. Никогда. Мурка. Только надо будет дома помыть руки. Помоем, ну он такой красивый кот, ухоженный, домашний, очень. Блин, он мне за ногу. За ногу? Красавчик. Он мне ногу гладит, наверное. Ты гладишь ногу? Мурка. Какой красивый кот. Он реально ходит здесь. А если вошли на ну, он умный. Он только будет гулять здесь. Он сел. Сел по-своему. По-своему. По-кошачьи сел. Я красавчик котик. Красавчик. Даже... Красавчик. Ты кот мистера Макса или нет? Я большой не такой. Мистер Макс еще такой немножко, ну где-то, наверное, 5-6 лет. Ну, такой красивый. Смотри, стал ногами туда и встал туда. Красивый котик. Красивый такой. Он гуляешь. Ест траву. Ой, побежал куда-то. Нет, букашки. Только он не на дороге, даже машина. Он знает свой дом, он просто гуляет и потом придет опять. Ну иди к нам. Он, наверное, идет наверное, вон и потом. Наверное, его дом номер 71 там написан. Он такой. Я не помню. Он, наверное, ищет мышь. Он, наверное, мышь ищет. На мыши. Красивый.